Звук часов нисколько не мешает сосредоточенности. Напротив, когда слышишь, как уходит время у соперника, понимаешь, что до победы совсем чуть-чуть. Так наверняка думал и Павел Мальцев в решающем поединке районного турнира по шашкам, прошедшего 21 ноября в Суходоле. В дополнительном матче он встретился с Евгением Антоновым. Размен в концовке и ни шанса оппоненту. В итоге Павел Мальцев выиграл и стал победителем районного соревнования. Соперники, скажем, они все новые для меня. Обычно другой состав участников. Но мне было интересно посмотреть, как они играют. Я участник областных соревнований, поэтому лишняя турнирная борьба, она совсем не помешает. Через две недели Павлу Мальцеву выступать за сборную Сергиевского района на областной спартакиаде. Двухдневные состязания намечены на 4-5 декабря. Если два года назад заняли четвертое место командном зачете, ну, пятерки, шестерки, надо стараться. Смотря какой у нас состав команды будет. Недели ранее за первенство поспорят шахматисты. Пока не ясно, кто будет представлять муниципалитет, поэтому отчетный турнир как смотр кандидатов. И пусть участников было в этот раз не так много, уже факт проведения соревнования в нынешних условиях – это большой плюс. Мы открыты, то есть выполнив определенные условия, которые требует законодательство, пожалуйста, любой желающий может принять участие в турнире. Но сегодня собрался основной костяк, который, в принципе, всегда участвует в соревнованиях. В турнире по шахматам Евгений Антонов взял реванш. Он набрал максимальное количество очков, завоевав первое место. Вторым здесь стал Степан Дмитриев из Серноводска. Дмитрий Сурков, ТРК «Радуга-3», Сергиевский район.